Групповая победа. Группа 13-15 юридического факультета Чувашского государственного университета имени Ульянова стала лучшей в вузе. О студенческой дружбе и вузовском единстве в нашем следующем сюжете. Они талантливые, активные, целеустремленные. За плечами каждого из 30 студентов немало достижений. И, наконец, коллективная победа. Самые творческие, самые спортивные и самые лучшие. Целых 3 награды пополнили общую копилку. Больше всего, конечно же, мы готовились к творческому, потому что нужно было найти и костюмы, придумать сценарий, распределить роли. В спортивном конкурсе у нас была сформирована команда из 4 человек, 2 девочки, 2 мальчика, которые очень постарались и принесли большим трудом эту победу. При такой активной студенческой жизни ребята не забывают об учебе. Конференции, семинары, круглые столы не проходят без их участия. Те условия, которые создаются в университете для развития студентов, они, видимо, подходят для этих студентов, что они очень гармонично включаются, гармонично достигают успеха. Вот мнение преподавателей тоже. То есть каждый преподаватель, который подходит ко мне, они говорят: Надежда Владиславовна, вот у вас сегодня ваша группа лучше всех подготовлена. Готовил занятия. Ну, разве это неприятно слышать? Будущим юристам одинаково хорошо удается практически все. Вот Алексей Максимов добился результатов в общественной жизни. Он заместитель председателя студсовета. В чем же секрет такого успеха? Безусловно, в этом есть и заслуга моей группы, которая активно поддерживает меня, помогает мне во всем. За то, что мы занимаемся этим, в этом году мне назначили повышенную стипендию Чувашского государственного университета за общественную деятельность. С первого курса мне очень понравилось, что наша группа такая дружная. Мы неоднократно посещали различные мероприятия не только университетского уровня, но также выезжали за пределы республики, ездили в Госдуму, в Казань. Впереди у ребят очередные испытания и новые достижения. Справиться с ними легче, когда рядом плечо друга.